Хаюшки, с вами Биджей, и мы продолжаем играть в Guerrilla Generals 2 Ace. Ну что ж, пятая кампания. Да, сколько их там всего, я уже, честно говоря, не помню. Возможно, это даже последняя. 5 или 6, потому что, честно, не могу вспомнить. Но что ж, главное, что сейчас пойдет самый главный, что ли, хардкор тут. Поскольку... Нетрудно предположить, что нам еще с морским чудиком надо будет столкнуться. Потому что вы, наверное, поняли, какие генералы нам в основном попадаются. Попался генерал с гневом, попался артиллерист, попался танкист, попался летчик. Вот сейчас, думаю, адмиральша будет нам противостоять, и это, мягко говоря, неудобно. Во, вы только гляньте. Да, чувствую, что так и будет. Надо поставить... Вместо этой девушки поставим летчика, потому что это невозможно будет. Да. Миссия на Кубе. Веселая миссия на Кубе. Я так понимаю, это и есть Куба тут. Такая весьма симпровизированная. Так. Наша задача удержать бункер наш, уничтожить вражеский, занять пару позиций. В общем, ничего сложного. О, это что такое? Ничего сложного. По сути, я только не посмотрел, сколько ходов нам там дали. Ну ладно. Мамонтом, наверное, попробуем к бункеру двинуться. Неприятельскому. Уй! Двинулись к бункеру. Отлично просто. Так. Давай-ка залп ракетный. И тут атакуем. Да, слышите, весело тут. Флот у этой дамочки что надо. Отковали нас. Очень серьезно. Построить... О, Киев. Сидром. Нет, мне сидром не нужен. Мне вот такие вот штуки пригодились бы. Так. Ну-ка, давай поближе подойдем тут. И мамонтом поближе подойдем. Бам-бам. Так, сколько у тебя хп, милый друг? Много. Много, но мы справились. Ой, тут какая-то подлодка такая лютая. Да, ребятки, чувствую, что тут будет совсем непросто в этой кампании. Так, ну пехоту мы загасим. Ладно, сменим ход. Авиация нам пока особо не нужна тут. Давай-ка, денежки возьмем. Артиллерии отойдем. Попробуем. Вот так отойти. Установление ХП пора бы включить. Установление ХП. Бить подлодку будем. Вражескую. Ну тут, честно говоря, да, сложно. Сложненько. Ну ладно, меняем пока ход. Мамонт у нас тут изишно занимает позицию. Вот сейчас вот это, если мы дело сфигарим, можно будет спокойно валить отсюда. Так. Подстрелим корабль. Вражеский.
Тут можно вот так въехать элегантно. Атаковать под лодочку. И последний ракетный залп. Ну, вроде пока отбиваемся. И это хорошо. Меняем ход. Так, ну вот эту вот штуку мы в любой момент занять сможем. Поставим тут, наверное, маленький танк. Особо не будем забиваться тут чем-то таким. Уничтожили подводную лодку. Вот эту байду уничтожили. Ай, еще одна подлодка прям по курсу. Да, ну слушай, тут не слабенько так. Совсем не слабенько. Но есть у меня идея, как тут справиться с этой миссией. Надо только мозгами пораскинуть нормально. Так, антивоздушное орудие тут настроили. Вот этот хрень надо бы уничтожить, попытаться. В подлодке нашей закончилось топливо. Как это банально. Так, тут вообще ничего не сделать пока, да? Еще одну тэшку на охрану. Так, и давай-ка поставим еще подводную лодку. Меняем ход. Ой, это оказывается не подлодка, ребятки. Это не подлодка, это какая-то... Какая-то такая штука непонятная. Так, ну наша задача сейчас пробиться к аэродрому, который вот здесь, рядом с бункером. Тогда, думаю, не будет у нас больших неприятностей на этом участке. Так. Будем двигать кораблями поближе к бункеру. Сменим ход, походу. Прибиваемся потихонечку к нужной нам позиции. Вот эту штуку ракетную надо бы задавить попытаться. Сколько ходов нам всего дали? Что-то я не посмотрел. Мы, может, опять на 3 звезды не сможем пройти, потому что флот у нас, ну, очень слабенький. Так. Обнаружили позицию тут. Неприятельскую. Не, мамонтом, значит, можно спокойно дальше поехать. Есть у меня идеи. Так, вот под лодочкой сейчас. Бдумс. И вот этим всем поближе сюда. Так, авиация пока. Ничего не будем авиации делать. Займем тут ресурсы. Ставим еще танчик. Так, тут недолет будет, к сожалению. Поэтому пока сменим ход. Мамонт, держись. Атакуем генерала вражеского. Топливо у нас заканчивается. Дальнобойку уничтожили. Так, использую карточку на 3 хода.
Так, и тут поближе надо подойти просто. Нормас будет. Тут корабли неприятельские. Вот оно что. Понятно. Так, авианосец дорого будет нам стоить. Вот эту вот лазерную штуку можно поранить немного. Меняем ход. О, 20 раундов на 3 звезды-то нам дали. Вот это класс. Просто фигарим по этому бункеру торпедами. А тут будем отбиваться от неприятеля. 20 раундов, это, конечно, класс. Высший класс. Так. Можно тогда тут просто застроиться танчиками. И особо не париться ничем. Меняем ход. Надо просто, чтобы мамонт у нас продержался здесь. И все окей будет. Потому что тут антивоздушные орудия всякие стоят. Так что нафиг надо тут париться чем-то таким. А, да, кстати. Можно вот так сделать. Усилить мамонта. Чтобы он бил посильней. Так, тут пока ничего не делаем. Меняем ход. Единственное, только придется опять карточку использовать. Стилита. Ага. Тут начнем потихоньку лупить тоже вражеского генерала. Подлодки ставить нафиг надо. Еще один танк надо будет взять. Застроим эту позицию. Так, и мамонтом продолжаем бить. Мамонт бьет слабее. Ну ничего, сейчас мы разрулим тут всю ситуацию. Давай, сдохни. Готов. Изи. На этом закончим. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся. Продолжаем прохождение. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!